Добрый день, дорогие зрители! Сегодня к нам в руки попала вот такая замечательная углошлифовальная машина фирмы DeWalt. Это новинка 2017 года, модели DWE4257. О ней сегодня будет речь. Сейчас мы распакуем, посмотрим комплектацию. Итак, в комплекте у нас идет гарантийный талон, инструкция на русском и карточка 3 года гарантии. Ручка. Сама углошлифовальная машинка с уже установленным кожухом защитным. И шестигранник для фиксации диска на углошлифовальной машинке. У данной углошлифовальной машины мощность 1500 Вт. Диаметр диска 125 мм. Тип выключателя сдвижной и с возможностью фиксации. Вес данного аппарата составляет 2 кг 600 г. И также имеется вот здесь вот такой вот переключатель для регулировки оборотов от 2800 до 11500 оборотов. У данной УШМ вот такая кнопка для фиксации шпинделя, которая блокирует движущиеся части, и вы можете, не повреждая их, открутить диск, снять, поменять его. Редуктор данной УШМ состоит из магниевого сплава и имеет вот такие бороздки, выполненные в виде радиатора для лучшего охлаждения данной машинки. Также углошлифовальная машина имеет активную систему пылеудаления DES, которая отбивает большинство частиц из потока воздуха, проходящего через двигатель данной машинки, предотвращая тем самым абразивный износ и повреждение изоляции. Выключатель системы NoVolt, то есть если вы работали с машинкой, она у вас включена была, и допустим, электропитание в сети пропало, вы ее оставили, забыв отключить, то при дальнейшей подаче тока машинка сама не включится. Нужно будет ее отключить и включить заново. Также из преимуществ данного аппарата здесь присутствует функция защиты от перегрева двигателя. Давайте, наверное, разберем сейчас этот аппарат и посмотрим, какие преимущества. Ну, в общем, вскроем и посмотрим внутренности. Итак, в руках у нас корпус этой машинки. Он имеет вот такие щетки. У них стоит защита от замыкания. То есть внутри стоит штырек диэлектрик. Также мы видим саму обмотку статора, которая залита компаундом. В этом компаунде имеется порошок диэлектрик. При попадании частиц они на него не налипают. Теперь рассмотрим ротор. Ротор, как мы видим, залит обильно компаундом. Его тут прям добро так налили. Между ламельными перекрытиями также присутствует компаунд. Здесь мы видим подшипник, который спрятан в броне. И, собственно, сам механизм. В данной конструкции вместо бронзовой втулки стоит игольчатый подшипник, что намного увеличивает срок службы данной УШМ. Сам шпиндель имеет кривозубую шестерню, и, собственно, о нем больше рассказать нечего. Он вставляется вовнутрь. Теперь расскажу немного про систему DES, то есть система пылеудаления. В задней части УШМ крышечка и, как видите, вот такой вот вентилятор направляющий. При работе аппарата воздух всасывается в него, завихряется, и крупноабразивная вся пыль и частицы задней части выбрасывает, тем самым не повреждая сам ротор. Ну, собственно, остается нам только попробовать данную машинку в деле. Сейчас мы ее быстренько соберем и что-нибудь отпилим вот этим диском и что-нибудь зашлифуем. Сейчас соберем, вставляем защитный кожух. Как видите, он может вставать в нескольких положениях. Вот здесь вот такая педаль есть.
нажимаете и как бы с какой стороны режете, в ту сторону его и устанавливаете. Рукоятка как под правшу, так под левшу. С этой стороны можно закрутить, можно с этой. Так, мы с этой закрутим. Сначала что-нибудь отрежем. Вставляем. Ставим наш отрезной диск и закручиваем. Ключик. Фиксируем кнопкой сам шпиндель. И затягиваем. Итак, подготовили стол, взяли арматуру. Сейчас попробуем из этой арматуры сделать пику. Для начала, скажем так, примем меры предосторожности для работы с подобными инструментами. Перчаточки, очки. И для начала попробуем просто отпилить. Погнали! Очень легко режет, в принципе, даже давить ничего не нужно, просто приложил и плавненько так отрезается поверхность. Давайте еще раз попробуем, мне понравилось. Поставили лепестковый диск. Сейчас попробуем шлифануть нашу арматуру. Ну, как видите, даже заполировали. Гладенько все. Итак, господа, в заключение скажу, данный аппарат очень мне понравился, им очень удобно работать. Имеет множество преимуществ за сравнительно небольшую цену. Если вам эта углошлифовальная машина тоже понравилась, все данные оставлены в описании под видео. Проходите. Всем пока. До новых встреч.